Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, ребята, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Дотце, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все прокачаны, платиновые и сотого уровня. Ребята, кто хочет такой же крутой аккаунт, кучу баксов, сотый уровень, персонажей, всего-всего-всего, ссылочка есть в описании на нашего подписчика, обязательно ему пишите, он вам все круто сделает, говорит, что от команды Detol, и у вас будет бонус, количество бонусов, естественно, ограничено, так что успейте получить его, пишите ссылку в описании и наслаждайтесь игрой так же, как и команда Detol. А мы погнали в турнирную арену, и сейчас возьмем первый состав от нашего подписчика, кто это счастливчик. А это Neon Fresh. Neon Fresh, тебе лайк и сердечко. Ребята, у кого лайк и сердечко есть на комментарии, значит, ваш составчик попал в видосик, ищите его. Так, так. Я поставил нажал на лайк, поставил колокольчик, подписался, поделился, красавчик вообще. Так, Раф из мультика у нас, отлично, это у нас не загадка, я так понял. Раф из мультика, Армагон и Майки оригинал. Так, Армагон есть. Раф из мультика. Сейчас найдем. Контратака. Ну, да. Уже, значит, топчик, уже мы стремимся к победе, практически победили. Так, а и оригинальный. Вот он, оригинальный Майки у нас, да, кажется? Нет, это у нас видение. А, это видение. Вот пучеглазик. Нам нужен точно. Черно-белый. Оригинальный. А, оригинальный. Блин, я так хотел пучеглазик. Вот он. Вот он, да. Я с классическим перепутал. И кто у нас там и еще? И Раф там нужен. Раф из мультика. Такой свирепый. Пролистали взгляд. Уже. А да, не, вот она. О, кончились у нас боеприпасы. И забираем, покупаем. Да. Как хорошо, что у нас огромный запас V-баксов. Баксов. Да, ребятки, не забывайте, чтобы видосик попасть, надо поделиться, лайк поставить. И, конечно же, написать три персонажа в столбик в комментариях, либо три загадочки. Это лучше всего, ребят. Мы загадки любим, будем их разгадывать. Пишите. Так, ну что, давай начинать с Шреддера, наверное, да? Потому что у него есть хил. Зачем давай. Нам нужно это? Давай мощную атаку от Майки, он как раз ушел в невидимость, это любимая его позиция. И, конечно же, куснем вот так вот до конца. Как-то быстро мы его раскатали, мне кажется, он даже ничего не успел сделать. Не заметил даже, как уже пошел отдыхать, а у нас здесь доктор Раквелек, и, кстати говоря, провокация. Да, можно активировать провокацию, вот это вот оскорбление, и еще и атаку повысить, и Раф здесь изничтожит всех противников самолично. Согласен. Так, ну что же, массовая атака против нас используется, и сразу же в ответочку летит наш Раф. Очень хорошо. Защиту повышает ух, Донни. Ты ж на тебе, да, это большой плюс. На самом деле. Ой, глыба. О, мимо. Ну это же по Донни промахнулся. Ничего ой, по себе. По Рафу. Ничего себе, слушай, как интересно это было. Я думал, что сейчас его могло бы и не стать вместе с нами здесь. Так, ну что, первую атаку используем? Да, давай обычную атаку, что делать? Ого, ничего себе, Майки сегодня разошелся как сильно. Да, прям так, молодец. Ну что, мощную третью атаку против здоровичка. Да, давай полетим. Команде думаю, противника что... и прокусим. Я думаю, мы справимся с этим делом. И, конечно же, ох ты, 13 тысяч дамага. Мощно. Очень мощно. Так, Вантус нас прилетает и на контратакеров наносит 2300 урона. Я думаю, наверное, не будем повышать, да, атаку? Да, я думаю, и так уже расправимся. Два противника. Можно атаковать. Да, два противника осталось, ребята. Это все очень изично. И мы сейчас массовую даже. Можно массовую атаку использовать. Те Майки активируют ее. Да, 2900, крит. И здесь у нас что? Правильно, массовая атака. И контратака. Так, и контратака сразу. 4200. И теперь... Метеорит, ребята, в студию. Залетает прямо из космоса. Бам. Чекаем. 8500. Очень хорошо. Шикарная победа, отличный состав, и мы отправляемся дальше. Следующий счастливчик, который к нам залетает, это Дима Крылов. Вот так вот. Привет, я большой, и лайк, конечно же, и сердечко. Да, и у нас составчик Супер Шреддер, Тигриный Коготь и Леонардо Космический. О, кстати, Лео Космический у нас прямо первый самый.
Так, Супер Шреддер, второй, третий, точнее, четвертый. И Тигра. Тигра. Без хвоста, кстати, заметьте. Да. Тигр без хвоста. Вот так вот подписчики подсказали нам. Мы-то да, особо не следим. Не знали, не наблюдали с его хвостом. Да-да-да. Что на самом деле прячет его где-нибудь в штанине. Может быть, в штанине, конечно. Ребята, не забывайте поделиться видосиком. Прям кнопочка поделиться под видео есть. Лайк поставить, написать три персонажа в столбик в комментариях. Либо три загадочки, а мы будем их разгадывать. Так, ну что же, бластер? Муху уничтожаем, да, прям бластером хорошенько так заряжаем. Ну давай попробуем. Давай, муха, держись. Сейчас тебе прилетит хороший такой дамаг. 3000, неплохо. Да, заморозочку. И мачете. Или заморозку тоже неплохо. Опа, ну-ка. Смотри-ка. 4000 урона, очень хорошо. Так, да. Ну что, в принципе, без разницы, кого атаковать теперь. В принципе, да, но вот Донни здесь самый большой, давай с него и начнем. Ну, один из самых больших. Давай, еще повышенный урон по нему будет, и все как надо. 4400. Да. 4400, уклонение у всех, опять Карай всем уклонение повесил. Да что она творит вообще, что она себе позволяет? Причем на себя забыла. Так, да. Майки используют свои атаки, не уходят в невидимость. И Роксади перебирает оружие. Конечно, выбирает самое плохое и стреляет вообще куда-то непонятно куда. Так, Донни, достается у нас, ну-ка, 2300. Еще и меткость понизили, сейчас еще и промахнется, когда атаковать будет. Ну-ка, и мимо. И правда что? Обычные царапки. Обычная атака, я думаю, да, главное попасть. 2700 и, наверное, покарает, да, все-таки будем атаковать. Ну да. Вешает она уклонение. Да, повесила это на всех. Плохо. А, и здесь еще повесила на себя. Ты смотри, как она уклонение. Ну, я так вижу, что оно не очень мощное. Оно какое-то такое вот прям слабенькое-слабенькое. Смотри, вот бьем по ней, все, и дамаг прилетает. Как будто нету его. А этот так, еще смотри, и подключился. Здесь и ушел в невидимость. Использовал тяпки. И, опа, в невидимость ушел, да? Ну, представляешь, и подлечился еще. Добиваем, Карай. Хорошо. Нам бы что-нибудь... Здесь на контратаке причем. Надо бы что-нибудь мощное. Да, придется, кстати, вот под его контратаку попадать. Еще и постепенный урон у нас супер шедер. А, броня. Ох, хорошо он активировал, да, броню. Да. Своевременно. Красава, видишь, прям контратаки избежал. Так, это хорошо. И... Что у нас, бельчата? Бельчата у нас бегут, прям целый рой. Да, и, конечно, сильно отнимают у нас... Здесь хелс, не знаю, зачем я мощную атаку использовал, но хотелось мне уже его добить, потому что долго-долго мы его бьем. И здесь согласен. Мощная атака массовая прилетает нашему невидимому другу. Вот так шипы вот. И он... от супершедра и постепенно точно его добьет, но Млео да. будет быстрее. Вот так вот, ребята, расправились мы и отправляемся дальше. У нас следующий составчик от нашего подписчика. А это у нас... C-Play 3D. Я все условия выполнил. Мой состав классический Шреддер. Во, красава, классический Шреддер, мой любимый. Да. Леонардо, Криминал и Бибоп из фильма. Ух ты, с Бибопом из фильма будет проблематично. Опять мы все время путаем их. Но так, вроде запомнили. Я точно так, у нас классический Шреддер. Да, классик Шреддер. Леонардо, Криминальный. Криминальный наш Лео. Сейчас мы его найдем. Это черно-белый. О, классический вот где-то, кстати, классический где-то был, мне кажется, вот здесь вот, вот он. Вот он, да. Это я помню. И Бибоп из фильма, да? Да, Бибон из фильма у нас. Вот, вот кажется, Рокстеди из фильма и Бибоп из фильма. А вот и Бибоп из фильма, да, отлично. Так, ребята, делитесь этим видео, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать ваши составы в комментариях, и тогда вы точно попадете в видосик. Смотри, у противника есть Шреддер, но только обычный. Давай с него и начнем. Давай, веерочек отправляем прямиком в него. И я надеюсь, что отправляем его сразу в нокаут. Ну что, справится, нет? И там, нет, чуть-чуть опять не добили. Жалко. 6-100. И давай обычной атакой. Лео добивает его. Да, мощненько, мощненько. О, по Макману. Слушай, давай Макмана уберем. Да, потому что давай. Макман может причинить очень много вреда. Да, и Макман. И постараемся его уничтожить первыми. Как тапнет тапкой своей с люком, и все. Ой, атаку еще повысил, это опасно, ребята. Ну, хорошо, что мимо. Хорошо, что норма зарядит. Так, ну что, массовая атака в нас прилетает, нечему нам отбить. И Донни защита повышает. Ну ничего себе, это прям очень долго будет. Ну-ка, давай Шреддер добил Макмана, наконец-то. Хорошо, что их трое осталось всего лишь-то. Да, да. А не пятеро. На то под защитой тяжеловато будет. О, 8000, ничего вот себе, каританул. Да, вот это мощно, смотри еще какой аура да. у него сразу.
Это, кстати говоря, от... Застеяло. Да, это защита от излечения, кстати, была. Да, ну красиво. Раньше, мне кажется, не что-то, было такого что-то эффекта. Не было такого. Может быть, в этой локации она так прорисовывается красиво? Может быть, может быть. Так, остался так. Донни и Бакстер Стокман Доктор. Так. Оп. Еще одна атака 3700. От Майки от нашего. Чуть-чуть осталось. Добьем? И Бибоп добьет, я думаю, да. Хорошо. И вызываем Рокстеди с Бибопом из измерения X. Они прилетают и, конечно же, навсегда практически заканчивают. Практически навсегда. Здесь Лео ставит точку. Да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео и скоро с вами увидимся. С вами была команда Тол, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.